У нас как раз была дискуссия не так давно. Я не помню, кто вот объяснял, что это в нашей школе отчисляли за то, что из выбора мат в два хода или взять ферзя, тот, кто ставил мат в два хода, его отчисляли из шахматной школы Бореева под предлогом, что мата же не будет. А ферзь он навсегда, так и здесь. Она могла взять на h2, на b2 все пешки. И потом уже думать Видишь, головой, здесь что у вас делать, какие-то да? спартанские правила, видимо, были. А Спартанские у нас правила, я не очень могу сказать, что... жесткие. То есть Да, очень жесткие. У нас поэтому я не все-таки многие. помоложе, наверное. Я помоложе последнего поколения, который, наверное, как раз принимал участие вот в сессии, потому что в школе вашей имени я давно был наслышан, я немножко помоложе и не застал ни одной сессии. Но вот я могу с уверенностью сказать, что я бы забрал ферзя, потому что, скорее всего, мат два хода я мог бы просто и не найти. Да, мой вопрос личный к тебе. Ты не загубил свою карьеру шахматиста тем, что музыкой занимался, и ты не загубил свою карьеру музыканта чем тем, что шахматами параллельно занимался? Но вопрос на самом деле не в бровь, а в глаз, потому что я себе на каком-то временном отрезке задавал этот вопрос чуть ли не каждый день. И такой же вопрос задавали мне родители и люди, не безразличные к моей судьбе и как музыканты, и как шахматисты. Я закончил музыкальную школу по классу фортепиано, потом 2 года я занимался у педагога, который учился у преподавателя Сергея Леонидовича Доренского, который также был наставником Дениса Мацуева. То есть мне с педагогом очень повезло. И, так скажем, я не могу. Я до сих пор в музыке я любитель, хотя я занимаюсь достаточно регулярно. Мне очень нравится просто играть на фортепиано, изучать новые произведения, но я не гастролирую с концертами. То есть мой самый большой концерт, наверное, это вот в музыкальной школе и в семейном кругу. Но при этом я очень люблю музыку и стараюсь заниматься достаточно системно. И в какой-то момент я могу даже рассказать, как у меня это было. То есть, наверное, мне было лет 14, я достиг отметки вот рейтинговой по 2400, что даже уже по тем меркам было, ну, наверное, не очень высоким. Потому что было, то есть это был где-то, наверное, год 11, я сыграл турнир в Пардубице, и у меня рейтинг приближался к отметке 2400. В это же время я поступил в сильную гимназию при Тюменском государственном университете, в математический класс. И в какой-то момент я понял, что я не могу сделать выбор, чем мне заниматься дальше. И именно из-за того, из-за своей нерешительности или в какой-то степени из-за того, что мне действительно очень много дали мои родители, в том плане, что я занимался много чем. Я занимался музыкой. Я играл 6 лет за ФК Тюмень, за основную команду. Я занимался какое-то время баскетболом, хоккеем и развивался в совершенно разных направлениях. Понятно, что в основном это был спорт, но я старался также уделять какое-то время чтению. И в моем понимании, в моем юношеском и очень, говоря простым языком, зеленом понимании, мне казалось, что самое главное просто состояться как личность, потому что ты никогда не знаешь, кем ты будешь в дальнейшем. А потом, уже Все, я поступив, понял. наверное, У тебя, в университет я я понял. поступил. То у тебя не было такого внутреннего голоса, который есть у некоторых, ну, у каких-то шахматистов, там, у Артемьева, который говорит, шахматы, шахматы, и ты просыпался с шахматами, засыпал с шахматами. У тебя такого не было. У тебя было что-то, вот голос Ну, тебе все время утром говорит баскетбол, вечером говорит шахматы, а потом говорит музыка. И вот поэтому, что, тебе, конечно, трудно было выбрать что-то, если внутренний голос тебе не давал покоя. это на самом деле случилось очень случайно. Я вот как раз мы даже до эфира немножко затронули эту часть, потому что я учился в гимназии, шахматами практически не занимался, рейтинг мой стоял, и я должен был отправиться на учебу в Торонто. Я поступил на специальность Computer Science в University of Toronto. И я уже совершенно не видел себя профессиональным шахматистом. И, соответственно, как-то мне это решение как бы не заниматься шахматами и просто практически забыть о них удалось достаточно легко. Но потом, ввиду того, что именно в этот год, именно в этот месяц, то есть это было где-то летом 13-го, случилась забастовка в канадском посольстве в Москве, и по воле случая я остался в России. Закрыв автоматом первую сессию в Тюменском университете, я как раз, так скажем, получил возможность сыграть пару турниров,
Я причем хотел что сделать? У меня было три нормы, мне чуть не хватало рейтинга для звания межурного мастера. Я стал межурным мастером и думал, что я брошу, но потом я подумал, почему бы не стать гроссмейстером. Я решил начать заниматься шахматами, вот уже в сознательном возрасте, лет в 17, 16-17 лет. И за счет работы, за счет помощи тренеров, я за, получается, 2 года стал гроссмейстером, и уже как-то я бросать даже у меня не было желания, потому что я немножко привык работать, я понял, что мне это дело нравится, и я готов положить много усилий, здоровья, нервов. Понятно, что, то есть профессиональные шахматисты, естественно, понимают, о чем я говорю, чтобы добиться каких-то больших высот. И вот как раз сейчас, закончив магистратуру в Тюменском университете, я до сих пор еще питаю какие-то иллюзии стать каким-то приличным шахматистом. Ну вот, по крайней мере, в последний год я себе что-то периодически доказываю, проходя пару кругов на Кубке мира и деля первое место на турнире в Гибралтаре. Поэтому я считаю, что у меня еще не все отмерло, и я надеюсь, что буду редко, но метко играть. Знаешь, что матчи с Арменией всегда исторически очень трудные для России? Вот какая была Знаю. ни была ситуация, что там, да как, не имеет никакого значения. Армяне как какие-то, вот как какой-то они ключик знают. Конечно, сборная в разные периоды испытывала в отдельных матчах проблемы и с менее сильными командами, но армяне действительно. Тоже правда, да. Я думаю, что если бы просто играли, если бы команды, то есть если бы все наши шахматисты играли просто отдельные матчи, условно говоря, на каком-нибудь Кубке мира, то, скорее всего, с большим счетом они бы в сумме прошли бы как раз армянских шахматистов. Но когда все играют бок о бок, может быть, у них какой-то дух команды, я не знаю, или чувство единства очень сильное. То есть как-то так получается, что армяне действительно навязывают очень серьезную борьбу. Поскольку вы спрашивали меня, мне также интересно, в каком возрасте у вас пришло понимание того, что вы свяжете свою жизнь с шахматами? А это у меня, по-видимому, жило во мне. Вот я поэтому тебя и спросил, вот у тебя этого не было. У меня это жило в бессознательном состоянии, бессознательно где-то, подсознательно. И ничего с этим делать нельзя. И меня в эту колею, когда вставили, когда меня родители в 9 лет отправили в интернат, я дальше был уже обречен. Я ничего не мог сделать. У меня не было выхода никакого. Я А просто дальше хотелось? шел в колее. А и, собственно, и не хотелось, просто тоже родители вставили, тут, видимо, их тоже никто не спрашивал, грубо говоря. И потому что я когда в армии был, мне было 18 лет, у меня занятий, ой, в смысле, результатов никаких не было, по сути. Ну, я стал чемпионом мира до 16, потом проиграл все турниры, которые были там, топтался на одном месте. А вот ощущение там и желание стать чемпионом мира у меня внутри жило. Вот какая-то, как это сказать, Амбиции, мотивация. даже не знаю, амбиции, да. Амбициозность какая-то жила бессознательно. И там все смеялись, там, у меня там, я не знаю, почему мы проводили время в 64, там картотека была такая, 64. Нас то ли мы прикомандированы были туда, должны были каждый день туда ездить. И я как раз там помню, там ребят какие-то работали, я им говорю, вот я там стану чемпионом мира. Ха-ха-ха-ха-ха. Давай спорить, значит, если ты станешь чемпионом, ты что нам купишь? Я там помню, им сказал, куплю новые компьютеры в картотеку ЦШК. Примерно вот такой у нас был разговор. То есть, по идее, я там должен примерно 2-3 компьютера в ЦШК поставить. Но с другое дело, что То есть ребята это... ушли. Да, но я встал в командном зачете, какая разница? То есть, как не было никаких оснований верить в это. То есть я это, в это говорил, вроде бы и сам не должен был в это верить. Ну, почему это было? А видишь, меня в 9 лет в интернат отдали, и дальше уже там еще некоторое время я приезжал домой, там года 3 на лето, а потом перестал даже на летние каникулы приезжать. Какие-то сборы все время, и зимние, и летние. Я вообще перестал родителей видеть, по сути. И, да, и дальше По сути все. дела, да, Я говорю, что профессионалом вы никак. стали практически в 9-летнем возрасте, говоря уже таким очень грубым языком, и не было, Да, ну наверное, и желания свою нет, жизнь как-то менять. первый год все плохо было. Все первый год было плохо. Первый год мы все адаптировались, только в интернате играли.
там 4 класс, по-моему, да, но это был там 10-й, а уже в 5 классе нас стали пускать во дворец пионеров, и во дворце пионеров я уже достаточно успешно играл, баллы потом какие-то выполнял. Ну, в смысле, первый разряд, потом баллы. У нас же турниры были во дворце пионеров, у нас же в интернате ничего не было. Мы все ездили туда, там совершенствовались. Там мы играли с Глеком и с Юрой Песковым, и с Мишей Красенковым. Тогда еще, в общем, Красенков. Определение слабого поля. А я не помню, я каждый раз придумываю новые определения. Слабое поле – это то, которое в данный момент может быть использовано, в конкретный момент, использовано противником или вами для каких-то действий, операций. Вот что такое слабое поле. Но оно же может сегодня быть слабым, завтра уже сильным и так далее. Поэтому мы постоянно эти слабые поля защищаем там и образуем. По сути, это поле, где ваша фигура там расположена комфортно. Главное, чтобы не случился сюжет из стихотворения «Смерть пионерки» в этой партии, для тех, кто понимает. Очень нехорошо быть в неведении, не будучи пионером, будучи представителем молодого поколения. А ты не был пионером, да? Нет, я думаю, что как минимум по мере того, что я родился через 6 лет после образования государства России, то есть после развала Советского Союза, поэтому пионером мне быть не довелось, к сожалению или к счастью. Поэтому о Слушай, сюжете а меня стихотворения это... «Смерть пионерки» я могу только догадываться. Но там все нехорошо было. А слушай, Подозреваю. я пионером-то как-то я стал. А вот комсомольцем я тоже стал, но я приехал там с летних каникул, захожу в интернат, и первое, что меня встречают со словами «быстрее вступай в комсомол». Так, а насчет Каспарова он ушел. Там же выборы были очень важные 2004 года, кажется. Вы избирался президент наш бессмертный. И он как раз ездил по, Гарри Кимович, по селам там и весям, в каких-то клубах выступал и агитировал за каких-то других кандидатов. Он просто сменил тогда работу. А потом уже и не вернулся. Это так одна из причин. Но главное, он начал уже ошибки допускать, концентрацию терять время от времени. То есть он очень хорошо-хорошо играл, и вдруг бамс, необъяснимая ошибка, связанная с уже старостью. И как-то одно с другим, как я себе это представлял, он понял, что оптимальное время уйти из шахмат на позитивной ноте, на высокой ноте, с победой. И он после матча с Крамником как раз там 4 года, 3-4 года просто выдал серию из феноменальных побед. Ничего лучше он сделать уже не мог. Потому что вот он буквально стал ошибаться в простых ситуациях там на 6-7 часу игры. И он правильно сделал, что ушел, на мой взгляд, то, что ушел он победителем, ушел еще с высоким качеством игры. Никто никогда не объяснит, что он ушел там уже в шара не попадал. А, кстати, и Крамник тоже правильно ушел, потому что он тоже уже начал как бы давать каких-то, допускать грубые ошибки там в оценке и так далее. Вот потерял такую гармонию, потерял. Поэтому, конечно, важно уйти вовремя. И Каспаров, на мой взгляд, ушел очень-очень даже правильно.